Короче, слухи. В юности Денис Матросов встречался с Людмилой Татаровой, отношения которых увенчались рождением двух сыновей – Юрия и Владимира. Однако в настоящее время звезда сериалов не поддерживает контакт со своими наследниками, которым уже исполнилось 24 года. После разрыва с Матросовым Татарова не обращалась в суд для установления отцовства и выплаты алиментов. Вместо этого она самостоятельно взяла на себя ответственность за воспитание детей. Позднее она нашла счастье в личной жизни, выйдя замуж за Сергея, брата эксцентричного актера Никиты Джигурды. Они выросли и стали называть меня папой. Ну а как? Мне кажется, для ребенка важно, чтобы мужчина любил их мать, чтобы это было видно и понятно. Поскольку у детей был прочерк в графе «отец», мы пошли в ЗАГС, там я сказал, что являюсь их папой. Мне их даже усыновлять не пришлось, вспоминает Сергей Борисович. Что касается Дениса Матросова, то за его плечами три брака. Недавно звезда сериалов развелся с Ольгой Головиной, с которой состоял в отношениях около 7 лет. Любите свою жизнь и подписывайтесь.